Всем модный привет! В этом выпуске мы поговорим о человеке, о котором в последнее время говорят все. И, к сожалению, практически все плохо. Но мы же такие. Мы не будем говорить про его инфопродукты или детей в сугробах. Мы будем говорить исключительно про моду и стиль. Знаете, в чем разница между ассортиментом в бутиках в Париже и в Милане? Парижанка скривит лицо и скажет «Севингах», если она увидит логотип на одежде или на сумке. Они не выбирают таких вещей, поэтому логомания сведена к минимуму. В Милане же другая немножко история. Итальянки любят забрендированные сумочки яркие, акцентные, но при этом они настолько хорошо умеют сочетать одежду, они так сложно сочиненно и изысканно собирают свои полные луки, что это выглядит, ну, видно, что собиралась итальянка, но это дико безумно стильно, это красиво, это со вкусом, и в целом я считаю, что у них какая-то врожденный этот талант делать свои аутфиты. Им к неделям моды, в принципе, даже готовиться особо не надо, они просто так по улицам ходят. Ни в Милане, ни в Париже никто не ходит в костюмах из наглухо запринтованного рулона футера. То есть вот эти самые костюмы, где гуччи, и вот ты весь такой гуччи как бы. Потому что это не продукция люксовых брендов, это мерч, который делают для неискушенных арабов, для китайцев побогаче и подальше от фэшена, ну и, судя по всему, вот для Косенко. И вот последний факт меня расстраивает, потому что Косенко большой блогер, за ним следят миллионы людей, и он несет как бы свои вот эти аутфиты в массы. Я хочу, чтобы в индустрии моды в России появилась. А для этого, я считаю, было бы очень классно начать с бана рилсов мистера Thank You за пропаганду дурновкусия. Я каждый раз, когда такое вижу, я не могу поверить. Ты правда купил за 80 тысяч пыщ вот эту вот футболку с надписью «Balenciaga» на всю грудь, или ты все-таки был посмекалисти и купил за 4 юаня ровно то же самое на китайском рынке, потому что это стоит именно столько в продакшене. Дело в том, что большие бренды — это не просто большие ценники. Окей, это большие ценники, но они появились потому, что у бренда есть история, это огромное количество творчества, креативного директора, команды, лучших дизайнеров мира. Зачем обращаться к лучшим дизайн-командам мира, если все, что ты от них хочешь, это купить стандартную футболку из кулирки с логотипом на всю грудь, который как бы говорит нам: смотрите, я заработал денежек на стрижке хомяков. Или вот мы видим на Сереже футболку Off-White, бренд, который создал гениальный Virgil Abloh, земля ему пухом. И вот на ней, конечно же, надпись Off-White с чуть-чуть смазанным принтом. Такое бывает, и я видела это своими глазами, когда из машины на фабрике, которая принтует в огромных количествах шелкографию на этих футболках, вьетнамец слишком быстро вытащил кусочек кроя, потому что время – деньги. Да какая, в принципе, разница, да? Потом еще рука в горло вточаем. Насрать! Сергей все равно купит по случаю рекордного запуска. На лице калу, роняя очки, или наоборот, я запуталась, в таком луке, пожалуй, да, релевантно. Но если у вас есть 80 тысяч, и вы готовы потратить этот бюджет на одежду и стиль, отдайте 15 из них стилисту, и пусть он соберет вам действительно интересные образы, которые будут красить вас, которые будут сочетаться, которые будут интересно разглядывать. И люди, глядя на вас, будут ловить себя на мысли, что да, кажется, этот человек разбирается в моде, кажется, он стильный. От себя могу добавить, что появляется все больше и больше классных российских брендов. И если вы соберете луки из них, тогда вообще почет и уважение вам от нашей передачи. Господа, логомания — это не про моду и стиль. Это как раз показывает некое фейковое касание вот этих всех великих дизайнерских имен. Вы же не хотите так. Не берите пример с Косенко. Сначала у него ребенок в сугроб летел фейковый, потом сам он полетел в Саудовскую Аравию сотрудничать там с каким-то менеджером и делать пиар с самим шейхом, и тоже оказалось все это фейком. До этого он не забыл упомянуть, что и отношения с матерью его ребенка тоже были фейковые. И вот я сейчас поняла, что это как раз и есть. Вот это и есть элемент его стиля. Это ужасно. Пишите в комментариях, насколько он вам нравится, насколько вы вообще, в принципе, следите за этим персонажем. В довершение всего вспомнила, что карьеру свою Сережа Косенко начинал с того, что он продавал франшизу на продажу свитеров с оленями. Бренд Siberia у него был. И тоже это был какой-то фейк. Все жаловались, что франшизы эти не работают, что предприниматели, которые франшизы купили, все в убытках. И, в общем, тут мы понимаем, что Сергей, в принципе, себе верен. Его почерк не менялся
с самого начала его деятельности. Сергею мы пожелаем здравия, а вас всех я хочу пригласить к себе в телеграм-канал, где я на регулярной основе пишу про моду и стиль, разбираю луки звезд, пишу про стильные приемы и даже про то, как создать свой собственный бренд одежды. Переходите, подписывайтесь, там очень много полезной информации. А это была «Полиция моды» с Анной Куц. Увидимся в новых выпусках.